що він сьогодні жрав і з кого він сьогодні писав. Я просто перед съемкой в Макдональдс сходив. Мне кажется, он уже должен был высрать полностью себя. С такими темпами. Смотри, даже срать закончила, говно до сих пор стекает. Так оно еще в бачке накопилось слюну. Сейчас лопнет. О! Все, прорвало к хренам! Ох, как высоко фонтан понесся. Не, мужики, ну тут как бы это, в 15-й отдел надо звонить, потому что не наш участок, а мы тут вообще рядом случайно проходили. Ну да, все, расходимся, пускай они сами решают. На, все, расходимся. Чуваки, знаете, что я думаю? Что ты думаешь? Мне кажется, этот видос будет полное говно. Сейчас надо эту штуку замкнуть. Только сука, жопа, сука, сука. А можно так же фейерверк можно так же сделать? Ой. Ну, фейерверк обыкновенный. Ой. Говно в воздух. Уи, говно в воздух. Это знаешь, это когда канализационный люк прорвало. Что ты взял фейерверк? Цыганские фокусы. Я такой побежал его спасать, перекрывать поток. Я вот тоже подумал, что это звук выкидывания. Сейчас, подожди, не портит цвет. А мне одной фантом. И скажу вам, чтоб вы знали, ох и много ж вы насрали. Ой-ой-ой. А, это вот... Пацаны, это подрядчик, что-то у нас тут трубу прорвало. Вот про ключ на 12, да, про это самое наличественное я не хотел. Чисто твоя башка такая торчит оттуда из ямы, это так смешно. Просто, блядь, в таких очках, еще в потоке говна такой. Может быть я все-таки найду. А монтировка не подойдет. Даня! Даня! Монтировка! Да. Лови монтировку. Она вот она. Ты чисто заебал вверх, говно потекло. Да, опять это самое, вверх фон... О! Все, прорвало к хренам! Ты монтировкой только добил трубу, доломал. Все, окончательно прорвало. Не, я отбежать успел. Я отбежать успел. Ох, как высоко фонтан понесся. Не, мужики, ну тут как бы это, в 15-й отдел надо звонить, потому что не наш участок, а мы тут вообще рядом случайно проходили. Ну да, все, расходимся, пускай они сами решают. Да, все, расходимся. Подгоняй-ка поближе насос. Доставай.
Чисто, знаешь, это страх детства номер 327, провалиться в унитаз. Когда Бобов нажрался и говорил, чисто на унитазе полетел на Марс. А, на Луну, вон Луна прямо по курсу. Давай, Даня, еще быстрее! Подожми, еще сильнее перди, сейчас полетишь! Давай, еще больше пердежа, ты уже почти взлетаешь! Он реально полетел в космос на пердеже! Готов? Такой Таня, о, говно, и сразу туда. Пантифект сделать, типа, он на унитазе начинает так плавно подниматься в сторону. Эффект, говоришь? Не этот эффект, а чтоб Даня, типа, вверх улетал. Ну, слушай, а я еще не смотрел на небо под этой штукой. Я сейчас сам нахрен на Луну улечу. Человек сидит на унитазе под обстрелом говна и смотрит по телеку российские новости. Именно вот так выглядит пропаганда. Ага! Мне, кстати, тоже надо принять. А я свой заспал. Очередь, это мой душ был. Пиздец, себе душ делал. Ну там сейчас чуть-чуть говнишко смоется, подожди. А, я лучше новый себе сделаю. Всё, это мой, это чистый. Свой говняный я, мой чистый. Ой. Да ты! А я успел. Коричневый. Кучу гачи говна вытащить. Кучу гачи говна? Упоротый Даня! Кучи гачи. Кучи-гачи? Че, сейчас полетит, пиздец. Давай смотреть фейерверк. А ну-ка еще, кое-что. Смогу ли я это сделать? Я интерфейс отключу, чтобы красивее было. Ля. Не, оно так не крафтится, ладно, пофиг. Ля, красивый, слушай. Ну че, пацаны, готовы к Давай. Цветному говну? Давай. Фонтан наркомании. Блин, капец, красиво! Надо будет себе в инвентарь потом потонуть. Я что сделал? Зачем? О, блин, мне прям хлебало прилетело! Да блин, нафиг ты закрываешь? Закрой сверху, закрой сверху. Зачем? Закрой. Да там сбоку дырка, сейчас будет фонтан в бок. А нет, сейчас будет. А дырку заделали. Блин, это реально как жидкость выглядит. Я же говорю, радужный фонтан. Ладно, давай фейерверк все-таки оставим. Да оставьте. Вообще по-хорошему вот что мне сделать. Сейчас. По-хорошему вот что мне сделать. Вон Даня бегает по кругу фейерверк, это еще прикольнее. Не, подожди, сейчас будет тебе контент.
Упоротый чувак с очками. Фейерверк. Фейерверк. Файер. Мне интересно, как это с шейдерами выглядит. Эй, Дайн такой из говна там пускает. И вот таким вот эпичным, красочным фейерверком мы завершаем сегодняшний видосик. С вами были Колян Тепловозыч, Диплей и Джексон Шторм. Всем пока. Они типа одинаковые. Нормально. Все, да? Нормально, тут их не подбирает Гениус. А вот подобралось, правда, задержка очень. Да. А почему Даня их выкидывает со звуком? А, или это эти так звучат? Это эти, у них, видимо, закончилась зарядка. Это реально правда, что это я так выкидываю.